В Омске бабушке вернули жилье убитого внука. Прокуратуре Октябрьского округа удалось в суде добиться расторжения незаконного договора купли-продажи. Летом этого года трое мужчин, находящихся сейчас под следствием, молотком убили 32-летнего омича и продали его квартиру. После совершения преступления сообщники нашли человека, похожего на убитого, и по паспорту умершего продали жилплощадь за 1 миллион рублей. Раскрыть преступление помогло то, что убийцы просто не ожидали, что у жертвы могут оказаться родственники. В суде прокуратура Октябрьского округа смогла добиться отмены сделки и вернула квартиру внука пенсионерки. Труп потерпевшего был сокрыт в гаражной. В гаражном боксе, в смотровой яме и залит бетоном. Здесь действовала группа лиц по предварительному сговору, то есть был организатор, исполнитель преступления. Также здесь два состава преступления – это убийство из корыстных побуждений группы лиц и также мошеннические действия.